Если у вас возникли разногласия со школой ребенка по поводу программ или услуг специального образования, их можно решить путем посредничества или участия в заседании по урегулированию. Участие в посредничестве добровольное. Оно проводится в удобное для вас время, вне зависимости от подачи запроса на независимое слушание. Это дает возможность найти решение нестандартным путем. Посредник, третье лицо, помогает вам и DOE прийти к согласию. Независимые посредники обучены беспристрастному разрешению конфликтов и обладают знанием в области специального образования. Соглашение, достигнутое путем посредничества, является юридически обязывающим и подлежит исполнению. Участие в посредничестве не лишает вас права найти решение проблемы другими способами. Заседание по урегулированию разногласий – это первая ступень процесса независимого выслушивания. Ваша встреча с представителем DOE происходит сразу после подачи запроса на независимое выслушивание. Решение заседания по урегулированию также является юридически обязывающим и подлежит исполнению. Участие в посредничестве или заседание по урегулированию увеличает шансы быстрого разрешения конфликта. Это два бесплатных, простых и эффективных способа достигнуть компромисса. Дополнительная информация на сайте schools.nyc.gov/specialeducation.